Привет, друзья! В этом видеоролике будем разблокировать Honor 10 Lite с помощью программы Unlock Tool. Запускаем программу, авторизуемся. Переходим на вкладку Huawei. Тестпоинты. Выбираем процессор High Silicon Kirin 710. Вам надо разобрать телефон, чтобы добраться до тест-поинтов. Подключаем microUSB кабель к выключенному телефону. Замыкаем тест-поинт на массу и подключаем кабель к компьютеру. Отпускаем тест-поинты. Вот так выглядят правильно установленные драйверы. Нажимаем кнопочку Erase FRP. Для работы программы нужен интернет. Немного ждем. Программа говорит переподключить устройство. Снова введите его в режим USB 1.0. Программа автоматически продолжит разблокировку. Пропишет все необходимые данные в нужные разделы. Итак, программа сообщила нам, что разблокировка прошла успешно. Отключаем кабель телефона и видим вот такую картину. Начался low-level формат, низкоуровневое форматирование, если переводить на русский язык. Первая загрузка будет длиться около 5 минут. Пропустим этот момент и пройдем первоначальную настройку. Я немного ускорю это видео. Появился пункт «Пропустить». На этапе подключения к Wi-Fi. Итак, телефон разблокирован. Всем спасибо за внимание. Всем удачных ремонтов. Пока.